Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире «Криминал». Женщина взяла кредит под залог несуществующих изделий из драгоценных металлов. Жительница Подмосковья обманным путем взяла кредит в банке на 1 миллиард рублей. Она создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней и обратилась за займом, передает РИА Новости. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в качестве обеспечительных мер 39-летняя женщина предоставила фиктивные документы и товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», проведено более 20 обысков в московском регионе. Женщине избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Оставляйте свое мнение по этому поводу в комментариях, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. С вами канал «Чужое мнение».